Юху, блядство, упоротость, разврат. Всем привет, с вами Сириус Алекс. А следующее это у нас Динобайк. Посмотрите, это динозавры. Вот такой вот у нас динозаврик есть. Вот такой вот. И вот такой вот. Я прям сегодня Александр Невский. Так вот. Сука. Так вот. Ладно, давайте продолжим. Я бы хотел вам показать вот такого вот летающего динозаврика. Мы его берем. И основная его особенность в том, давайте включим все-таки полдень, потому что мне не нравится ездить в ночи. Основная его особенность в том, что он может захватывать животных. Подходим к кому-нибудь. Нажимаем правую кнопочку мыши, и вот, да, в данном случае мы захватили курочку. Мы можем перетаскивать животных, совершенно любых, и сбрасывать их. Давайте возьмем корову, интересно, получится или нет? Так. Во! Мы взяли корову. Кстати, курочка спускается, посмотрите как медленно. А где она? А вон она. Курочка спускается, ну, в общем, не будем ее тревожить. Давайте опустим корову вот сюда. Оп, слезаем, и корова у нас перемещена вот сюда. Достаточно очень забавный такой динозаврик. Но когда он в обычном режиме, он просто как бы на расстоянии нескольких сантиметров, по-моему, летает. И что дает нам право сесть на него. Так, ну остальные, в принципе, особо ничем не примечательны. Они ничего особо не делают, хотя могут точно так же перемещать других мобов. Но на летающем, я думаю, это достаточно прикольнее выглядит, потому что можно летать и перемещать животных куда угодно. А так мы, ну, ограничены только тем, где у нас есть дорога. А где у нас нету, то придется просто так. Так, смотрите-ка. Смотрите, как замечательно мы несем корову вот таким вот образом. То есть, по-моему, динозавр даже меньше, чем сама корова, но он... Настолько сильный, что... Настолько брутальный, что он может перемещать корову на своей пасти. Как он еще не загрыз? Когда мы слазим, все наши монстры остаются, ну, стоять как бы на плоскости, на которой мы остановимся. Так, давайте заберем мяско. Чего нет-то? Все жрать хотят. Ладно, давайте перейдем. А, нет. Стоп. Давайте посмотрим, какой у нас крафт. Крафт динозавра у нас из Fossil, вот такая вот хрень, она тоже добавляется с модом, вот она, вот такая вот штучка, она крафтится из костей и угля посередине, то есть, ну, в принципе, достаточно легко ее создать, если у вас есть уголь и кости, соответственно, ну, кости можно, естественно, добыть из скелетонов, ладно, в общем, сейчас не об этом, теперь перейдем к Чокобо Байк, Чокобо, они бывают... А вот таких вот цветов. По-моему, даже больше цвета есть, нет? Ну да, есть такой, вот такой. В общем, разные оттенки серого. Ну, не 50, конечно, но достаточно много оттенков. Давайте сядем на одного. Подождите, он что, не может летать, что ли? Я не понял. Интересно. Ребят, все-таки не могут летать. Слушайте, ну, казалось бы, такая птица могущественная, похожа на грифона. И что, летать, что ли, не умеет? Ну, посмотрите-ка. Кстати, здесь играет какая-то музыка, но я выключил ее, потому что меня, наверное, подбешивает музыка в Майнкрафте. И я не знаю насчет авторских прав на эту музыку, поэтому лучше не буду рисковать. В общем, на нем можно вот так вот ездить достаточно быстро, реально быстрее, чем курица. Если бы вот этот хохолок убрать, то реально было бы легче на нем управлять, потому что он реально загораживает половину обзора. То есть мы видим только вот эту херь полную, да? И видим половину мира только. Крафтится он из золотой моркови и седла. Золотая морковь крафтится из золотых самородков. И посередине у нас морковка. В общем, как и яблоко, по-моему, также крафтится. А следующий у нас Винтербайк. Это вот такая вот трехголовая хрень. Похожая, если честно, на Эндермена чуть-чуть. Вот издаленно так. Трехголовый. Он издает какие-то... Кстати, он за нами наблюдает, если мы будем поворачиваться. Да? Да, он за нами наблюдает. В общем, мы можем на него сесть. Он умеет летать.
И, по-моему, у него были какие-то жабры, да, типа что-то жабер такого, или это руки у него, или это какие-то легкие, я не знаю, что это такое вообще, но выглядит достаточно так сурово. Это, конечно, не дракон трехголовый, но весьма похоже было бы. Если бы это реально был бы дракон, как в русских сказках, если мы ударяем, он начинает вот так вот летать. Ну, в общем-то, в итоге он останавливается и понимает, что мы все-таки сильнее его, мы его господа все-таки, и его нет смысла угонять от нас, как резанный. Так, давайте посмотрим, что у нас дальше. Дальше у нас Flower Bike. Flower Bike — это просто такая дичайшая упоротая хрень. Это цветы, друзья, крутящиеся, мать его, цветы. Мы садимся и ездим в цветке, посмотрите на это. Посмотрите, мы ездим в цветке, мы упоролись. И мы можем летать, летаем в цветках, what the fuck? Ребят, посмотрите, мы летаем в цветках. Что это вообще такое? Создатели думают вообще, что они создают? Я, конечно, все понимаю, но это какая-то сильно наркоманская хрень. Давайте вот этот вот цветочек возьмем, более такой салатовый. Блин, это выглядит вообще упорото просто. Представляете, вы играете его в Майнкрафт, и тут вам вот такой вот чувак прилетает на цветки. Я не знаю, что бы со мной было, но я бы это действительно заснял бы, потому что это выглядит как-то упорото. Ладно, давайте перейдем к следующему, потому что, да, есть, конечно, упоротые моды, но чтобы... Кстати, как крафтится у нас цветочек? Цветочек у нас крафтится из совершенно любых цветков, разных, то есть вообще всех. В середине село. Винтербайк, забыл, как крафтится, из черепа скелета иссушителя. Вот таким вот образом он все выставляется. Дальше у нас... Reindeer Bike. Крафтится у нас из саженцы ели. Саженцы ели, совсем охуели. Ой, я хочу это все вот так вот, знаете, заставить. И чисто упороться. Юху, блядство! Упоротость, разврат. Упоротость! Вы посмотрите на это. Я создал много таких цветов, и это выглядит очень круто на самом деле, как будто какие-то... Знаете, есть такие картинки-обманки, которые вы смотрите на них долго, и у вас потом глюки начинаются. И вот это что-то типа того. Если их как-то совместить... А посмотрите, если сверху смотреть на это можно посмотреть, как будто какая-то игра. И вот эти вот штучки, если бы можно было перемещать, допустим... О боже, моя фантазия, она настолько... Ладно, давайте перейдем к следующему модику и... Мобику, точнее, я бы даже сказал. Среди этой упоротости давайте дальше обозревать. Так, дальше у нас Reindeer Bike. Это рождественский олень. Вот такой вот олененок. Посмотрите-ка. Давайте вот сюда залезем на него. Мы, естественно, можем на нем полетать. Давайте сделаем солнце. Солнце, солнце, солнце. Вот. Замечательно. И он оставляет за собой снежинки. Когда мы летаем, он оставляет за собой след из вот таких вот снежиночек. Это выглядит достаточно круто. Вот как раз недавно было Рождество. Не знал, что такой мод есть. Я бы его обязательно обозрел. Так, давайте посмотрим, что у нас дальше. Крафтится он, я его показал. Снежный голем. Это вот такая вот забавная хрень. Это просто он стоит на каком-то снегу. Давайте-ка сядем на него. Он, передвигаясь, оставляет за собой след из снега. В общем, нам не нужно прыгать для того, чтобы забраться на блоки. Вот я не нажимаю пробел, он забирается на них очень достаточно быстро. И реально, вот какой-то чит был раньше, по-моему, на Майнкрафт. Назывался он, по-моему, паутинка или как-то так. В общем, эффект такой же совершенно. Оставляет вот такую вот еще снежинку. И вас легко вычислить, если вы от кого-то скрываетесь на этом големе снежном. Вам прям по этому следу могут вычислить легко. И при нажатии на пробел, он... Так, как-то странно он пуляет. А, во.
вот таким вот образом он пуляется снежками. И это очень забавно. Давайте вот коровку популяем в коровочку. Так, я не понимаю совершенно, как он работает это. Почему он то влево, почему он вверх стреляет? Раньше он стрелял вот туда. Так, если вот сюда. А, если вот сюда, то вниз. Так. А, он еще и по воде может оказывается. А, нет, по воде. В воде он просто-напросто умирает. Ну, в общем, вы поняли. Это такой снежный голем, который оставляет за собой след из снега. Кстати, легко очень, когда вы выходите из дома, оставляете вот такой вот след от своего дома. И потом по этому же следу вернуться очень легко домой. Это реально очень полезная вещь. Знаете, как в старых русских сказках, был такой клубочек, вы его ведете за собой, и он показывает вам путь. Вот это вот то же самое. Теперь у меня моя площадка просто разрисована каким-то снегом, плюс... Что это такое? Плюс все в каких-то цветках, олени. Ой, что здесь произошло, скажете вы? Ага, это обзор мод. Так, давайте посмотрим, как у нас крафтится снежный голем. Крафтится он из снега и седла. Просто из снега и седла. Дальше у нас есть железный голем. Давайте посмотрим, что он у нас делает. Вот такой вот железный голем. Опять же таки, он в разных цветах. Давайте, я хочу красненького голема. Передвигается он очень медленно, причем как-то мандражирует даже. Смотрите. Туф, туф, туф. Я терминатор, я терминатор. Туф, 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 туф. Реально выглядит как терминатор. Только у него нос какой-то... Ну ладно, нос как нос. Не будем судить его за нос. В общем, мы им можем драться. Оп, оп. Вот так вот он руками бьет своими. Наносит очень много дамага. Курицу убивает с первого выстрела. Фу, выстрела. Какого выстрела? С первого удара. Олененка, олененка. Давайте посмотрим, за сколько он убьет олененка. А с двух ударов, в общем, остальных животных. И вот цветочки наши. Я хочу косить цветы. Ненавижу цветы. Всех здесь разнесу, блядь. Ой, боже, наркомания какая-то, честное слово. Крафтится он достаточно легко из железных блоков, из лозы, да, так это называется, и либо мака, либо ромашки, либо лука, либо красного тюльпана, василька, белого тюльпана, в общем, из любого цветочка. Вот здесь вот должен находиться цветочек справа. И тогда мы получим Iron Golem Bike. Хотел сказать Iron Man, но нет, это Iron Golem. Iron, точнее, Iron. Ну, Iron тоже, в принципе, неплохо звучит. Дальше у нас идет Ender Bike. Это обычный Enderman, он не имеет цветов, по-моему. Только это не совсем обычный, но у него такие вот очень большие ножки. Ножки его! В общем, так вот садимся. Мы можем телепортироваться, нажимая на пробел. Так, по-моему, раз в 5 секунд это можно делать. Оп! Так. Давайте телепортируемся куда-нибудь нормально. Только я не совсем понимаю, как и куда он телепортируется, потому что я просто нажимаю, и он то назад, то вперед, то в бок. Совершенно не ясно, куда он телепортнется. Вот, сейчас вот назад. В прошлый раз было влево. Так, оп! Переместились вот вперед сейчас. Не совсем понятно его управление. Где мы вообще? Его управление насчет телепортации. А так совсем такой неплохой мобик. Можно классненько передвигаться. Ну оп! Вот где мы сейчас появились, какой-то полной задницы, я ничего не вижу. Мне придется спрыгнуть и. Где мы вообще? Вот скажите, пожалуйста, где мы появились? Блять. Fucking bitch. Давайте возьмем факел. Вы посмотрите-ка! У нас телепортировал в пещеру. Вот это прикол, ребят. Нормально. Эндер нас телепортировал в пещеру. Это забавно, слушайте. Средство перемещения Эндера в пещеры, это что-то новенькое. Согласитесь, такого раньше не было. Использовать Эндера в качестве
лифта внутрь. Интересно. Так, давайте выберемся отсюда. Или мы не выберемся? Мы выберемся. Да, смотрите-ка. Он нашел под моим бункером таким для обзоров модов. Он нашел там пещерку. Вы представляете, как полезно? Вот сейчас мы стелепортировались, а подо мной пещера, оказывается, была. Вот это забавно, ребят. Так что я зря недооценивал его навыки телепортации, потому что он открывает все новые и новые места. Хм, интересно. Дальше у нас есть дракон байк. Это эндер-дракончики такие. Давайте сядем на него. Боже, эти цветы мне. Мы на нем можем летать. Вот таким вот образом. А еще мы, по-моему, раньше могли пуляться огнем. Я вот точно не помню. По-моему, это можно делать только в подземном мире. Здесь нельзя этого делать. Но если вы спуститесь в подземный мир, то он всех там просто расхерачит. Он там царь и бог просто. Давайте посмотрим, кто у нас дальше. Как же крафтится эндербайк? Из, конечно, жемчуга эндера. И чего же? Хм, седла. Так, у меня тут факт написан. Извините, пожалуйста. У меня тут факт не должно быть написано. Драгон байк. Драгон. Эндерняк. Эндерняк 121, короче. Эндерняк 121, какое-то название, знаете, типа лекарства или еще что-то. Какой-то настойки. Ладно. Не будем сейчас об этом. Эндерняк. Все вот по кругу делаем и посередине седло. Дальше у нас очень забавный моб. Это ночь. Да, ребят, это ночь байк, ничего удивительного нет, он только одного цвета. Давайте сядем в него. А, передвигаемся мы вот таким вот образом. То есть... А, кстати, да. Он за нами будет ходить и нас есть. Я сейчас в креативе, давайте выйдем из креативчика. И посмотрите, как он быстренько нас сожрет. А если мы... А-а-а, пошел нахер ночь! Ночь! Нет. Уф, я успел переключиться в креатив, иначе он бы меня убил. Вы видите, он очень сильный. Допустим, если вы его обидите или ударите, то он станет очень злым и агрессивным. А, по-моему, он должен... Яблочки, да, он оставляет после себя вот такие вот яблочки. Обычное яблоко? Ты же золотое должен оставлять ночь, ты чё, охерел что ли? Ты меня подставляешь сейчас. Ты должен золотые яблоки оставлять. Ты, гад, когда-нибудь умрешь или нет? Ты паскуда, тварь. Я из-за тебя вон дырку еще проделал. Ночь гребаный, ты что делаешь, да? Ах ты, гадюныш, ты, блин, а? В общем, он оставляет яблоки. Если вы ударите, он начнет... Он начнет вас есть. Он съест вас. Он просто какой-то еврейчик. Посмотрите, какой у него шляпочка. Шляпочка у него как еврейчик. Смотрите-ка. Замечательно. Но яблочки мы его возьмем. Как сделать ночь? Он крафтится из золотых яблок и седла. Кто это? Блин, я испугался, я уже забыл, что я тебя делал здесь. Банни байк у нас идет следующий. Банни байк — это рождественский кролик. Посмотрите, он умеет прыгать. Так. Интересно, это... Как это выглядит? Ух! Кролик достаточно очень большой, у него... Что у него? У него какие-то кубики, я не знаю. Он носит с собой какие-то кубики? Странно, может быть, он любит собирать кубики? Как бы это логично не было. В общем, он должен оставлять за собой яйца, как я помню. Если ты сейчас не оставишь яйца, я тебя зарежу, и будет у нас рождественский обед. Да! Вот. Вот, как мы видим, он оставляет яички. Нет, не яички, а яйца он оставляет, понимаете? Яйца, куриные яйца он оставляет. В общем, мы можем с вами раскидываться яйцами. А, простите меня, что только что сейчас взорвалось здесь? Что взорвалось здесь? What the fuck, у меня здесь какой-то зверинец уже. А мы можем... Да, я закидываю кролика яйцами, и он от этого страдает. Замечательно. Вообще, мы можем кататься на кролике и раскидываться яйцами. Разве это не здорово?
кстати, подождите, мы... А, вот, я понял, из-за чего был взрыв. Мы, по-моему, яйцами загандонили одного из вот этих вот цветочков, да, по-моему? Смотрите, сколько у нас курочек стало, вот это замечательно. Теперь у нас просто реальный зверинец, здесь мы можем продавать курятинку, продавать цветы, блин, яблоки, все что угодно, можно целый рынок уже открывать. Реально, скоро открою рынок в Майнкрафте и буду продавать все это добро. Как же у нас крафтится вот это вот чудо? А, кстати, вот это вот чудо, я не знаю, что это такое, оно крафтится только в нормальном мире, то есть может быть находиться. Здесь его в творчестве нельзя делать, не знаю почему такая задумка у автора, но так вот он решил, и мы ничего с этим поделать не можем. Как же крафтится банни байк? Из яиц и седла. Яйца и седла, думаю, можно запомнить. Дальше у нас идут бэд байк. Бэд босс, ума бэд босс. Так, в общем, вот такое вот у нас созданец получается. Это у нас летучая мышка. Мы на нее садимся. Так, ты что, зачарованная, что ли? Я не понял. Что тебя так штырит? Все, мы можем летать на нее. Она чуть-чуть такая побольше, чем обычная мышка. Так, не помню, это я. Это я зачарованный или. Да, это все-таки меня зачаровали. Что такое там? Не вижу ничего. У меня ничего не сказано про это. Ты куда побежал-то стоять? Вы видели только что? Меня крыло цветами разными. Так, давайте на нее сядем. Стой! Так, ну, по-моему, после того, как мы ударили ее, мы, наверное, не сможем больше сесть. Потому что она обиделась. Она обиделась, да, ребят? Летучая мышка может обидеться и больше к вам не сядет. Да, вот, мы когда садимся на нее, нас вот так вот штырит. А, ну, естественно, как мы можем летать на грёбаной летучей мыши? Естественно, нас штырит. И вся вот эта вот игра, и все вот эти цветочки, это все нас штырит. Мы ширнулись так конкретно и видим вот это все. Да, ребят, потому что такого невозможно вообще. Не бывает такому. Летать на цветах, летать на летучей мыши, которая размером, блин, не знаю, с собаку, с кошку. Ну, это просто пипец какой-то. Ну, в общем, есть такое вот созданец у нас. Достаточно прикольное, я вам хочу сказать. Выглядит достаточно добротно, поэтому ничего против не имею. Достаточно классно выглядит. Мы, по-моему, находимся под каким-то зачарованием. Я не знаю, если не могу посмотреть, хотя... Ночное зрение у нас. Все, я понял. У нас открывается такое ночное зрение. И ночью, давайте посмотрим. Ночь. Во, мы ночью видим прям как днем. Это такая очень классная реально способность. А, блять, ёб твою мать, где же мы были-то? Срань господня, fuck you bitches. Где моё всё? Я не помню, где я строил свою базу, fuck. Fuck, как я теперь найду? Ёб твою мать. Ребятки, посмотрите, что я вижу. Когда я летел назад, я увидел это! Маленького зомбика. Я увидел на курочке. Вы посмотрите, это нечто. Это прекрасно просто. Блин. Это мило просто, я не знаю. Это забавно. А еще я видел обычного рождественского кролика. Огромного зомби-кролика. Блять, какого зомби? Обычного рождественского кролика. Да какого обычного? Он гигант! И самое последнее! Ура! Мы почти закончили с этим модом. Это, угадайте, пони! Пони! Ура, это пони! Посмотрите! Их минут, блин, миллионы! И они просто все-все-все! Что там взорвалось? У кого-то бомбануло от пони! От всего этого увиденного. В общем, здесь, по-моему, и Rainbow Dash даже есть. Где-то я ее видел. Я просто знаю из всех пони только Rainbow Dash, поэтому... поэтому я буду называть только ее. Так, в общем, посмотрите. Мир пони. Давайте сделаем мир пони. И смотрите, цветочки. И еще плюс мир пони. Вот это кайф. Что мы здесь мутим, ребят? Тут тусовка из мира пони. Ёпта. Я охереваю. Просто цветы и пони. Извините.
подвиньтесь, пожалуйста, извините. Так, отойдите, пожалуйста. Извините, можно пройти? Так, извините. Ага. Так, во, здорово, я тебя ищу, то есть... А, это не... Я, извините, обознался. Во, Рэмбл Дэш. Слушай, ты умеешь летать? Ты умеешь? Полетели нахуй отсюда! Из этого ада, блядь. Короче, пони, там ты сама как-нибудь приземлишь, у меня креатив есть, я просто господь этого мира, поэтому мне можно, понимаете, мне можно летать. Вам, по идее, тоже можно летать, потому что у вас есть крылья, но я-то умею летать, потому что я умею летать. Потому что я крутой. У нас такая вот тусовка из пони сегодня у нас здесь и цветочков. Замечательно просто, на самом деле. А, и что мы можем делать? Ой, какие они милые! Пони! Ю-ху! Я такая няшная! Ой! Че с моими глазами? Где я? Я подспайся. У меня зеленые глазки. Ой, ну не смущайте меня. Так, кому здесь скорая помощь нужна? Ой, у меня макаронина свисает на глаза прям. Как здесь здорово. Вау. Ёпта. Рюмка водки на столе. На-на-на-на-на-на-на. Рюмка водки на столе. На-на-на-на-на-на-на. Оу. Слышь, бугай, свалил отсюда. Твое место вон на КПП, фейс-контроль, иди охраняй, бля. Давай, быстро пошел отсюда. Мне нужно уединиться с пони. Пони, вы такие милые. Ну, мало, смотри, вы видели, она меня поцеловала. Это кайф, я из-за этого тебя оседлаю. Посмотрите, как у меня двигается хвостик. Замечательно так. Кстати, классная анимация. Пам-пам-пам. Мне кажется, как будто это человек, и он машет руками. Посмотрите на это. Это просто человек стоит, и он машет руками. Ну вот и все. С вами был Сириус Алекс. На такой вот приятной ноте с пони, Блэк Джеком и пони-шлюхами мы закончим данный выпуск. Посмотрите, как здесь замечательно. Здесь просто такой классная туса была сегодня. А с коровами. Есть что? Му. Просто му. Цветочками. И поняшами. В главной роли цветы, пони, обгашенные пауки, курочки и, конечно же, тёлки. Как же без тёлок? Смотрите, какие выемы у неё. О! И мистер паук, на-на-на-на-на-на. Ну-ка, иди ты в стену иди. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Сириус Алекс. До скорого! Oh, this you crazy mother...